Всем привет, друзья! С вами Атис, и у нас новые приключения, новый проект Sims 2. Внимание! Университет. Не студенческая жизнь, а университет. В принципе, ничем не отличается, только одно название. Друзья, почему вы спросите, почему я выбрал именно Sims 2 и почему выбрал университет? Ну, во-первых, потому что Sims 3 уже немножко надоел. А второй еще пункт, потому что по Sims 2 университет практически нету прохождений нормальных. Да вообще их нету на самом деле прохождений. Ну и прохождение летсплеев, не знаю, как конечно, Sims 2 можно пройти. В общем, друзья, ну и Sims 3 все-таки уже, ну, попса самая настоящая. Так что в ожидании Sims 4 поиграем с Sims 2, тем более кто-то мне там писал, что вроде бы Sims 2 и Sims 4 это чуть ли не две одинаковых игры будет. Ну что ж, друзья, посмотрим. А кстати, интересный факт, то что это самое первое дополнение к Sims 2. Да, и если эта серия пойдет нормально, будет и следующая, а если будут следующие серии, можно еще поиграть и в другие дополнения. Там тоже есть, например, мир приключений, только кажется, он называется просто путешествие. Ладно, запудрило мозги. Ой, начинать давайте, что ли? Принимаем семью, вот так вот. Семейная фоторамочка у нас будет. Ну или может быть не семейная, потому что это просто случайные знакомые. Кстати, очень красиво, они очень другу подходят. Но не будем, так сказать, торопить события, потому что... Ну, потому что рано еще. Давайте вот, например, в это общежитие поселимся. Кстати, смотрите, как общежитие выглядит. Здесь нужно, чтобы... А здесь можно также, в принципе, отредактировать свой городок немножко, но сразу, конечно же, видно, да, что, ну, городок совсем небольшой и, ну, так скажем, не изобилует какими-то холмами, выступами, еще что-то, какими-то горами и прочим. Ладно. Давайте начинать общежитие. Всезнайка, 12 комнат. А может быть, большое общежитие? Нет, давайте, думаю, нам хватит, наверное, Давайте вот этот, я никогда не играл. Ой. Кстати, интересный факт, что когда играешь персонажем с юности, точнее, с молодости, с детства до юности поступаешь в университет, там какой-то вступительный ролик идет, но тут, так как мы уже персонаж создали заведомо молодыми, не знаю, к чему я это говорю, но нужно заполнять паузы, что ли. Сейчас поностальгируем, а? Может быть, кто-то пустит ностальгическую слезу, а? Все-таки согласитесь, практически у 90%, так скажем, людей Sims начинались именно, знакомство с серией начиналось именно с Sims 2. Ладно, друзья, смотрите, отличительная особенность Sims 2, что, ну и Sims 1, конечно, что здесь, ну, так скажем, мы находимся только на своем участке и не можем зайти на соседний, даже если он, ну, так скажем, в двух шагах. Приходится ждать экран загрузки и, в общем, вы поняли. Ладно, в общем, смотрите, какая у нас общага. Ну, ничего, конечно, то сверхъестественного я не нашел. Просто комнатки какие-то, столы, вот компьютерный стол есть. Ну, ничего, так, в принципе, нормально. Вот кухонька какая-то, уже начали готовить. Сейчас помаленьку начнут заселяться первые студентки, вот как раз студентки. Меня лишь по студенток, просто студенты. Ладно, давайте посмотрим наших персонажей. Блин, они почему-то они ссорятся, не знаю. А вот и сразу помирились. Давайте Эмили, мне она очень рада нравится. Давайте мы сделаем ей комплимент. О, черт, мне она сама нравится, потому что она очень милая. Не, правда, кстати, сыграть шутку, давайте. Keep a jovial look. Let's go. Shabuki. Так, ладно. Что они сейчас будут делать? Играть поймай. Ладно, пускай они поиграют поймай, а сейчас мы немножко порассуждаем. Все-таки, друзья, мне кажется, и многие с вами согласятся, что все-таки в Симсах вторых персонажи куда симпатичнее. То есть, да, там можно и уродов просто вырви глаз сделать, но все-таки, особенно персонаж женского пола, они очень куда более миловиднее, чем, так скажем, в Симсах. Ладно, в общем, друзья, наши подопечные развлекаются. В принципе, все неплохо, досуг прибавляется, да. Кстати, давайте посмотрим, что здесь у нас отношения, это все понятно, навыки, специальность. Вот, слушайте, сейчас пока что, пока мы не посетили ни одного занятия, мы вольно слушаете. Но мы можем сейчас это исправить, позвонив в деканат, ну и, так скажем, выбрав специальность. Мы это сейчас потом сделаем. Личность, это, в общем, у нас это, черты нашего характера. Мы больше неряха, чем чистюля. Или наоборот. А черт его знает, если честно. Да, вроде бы больше неряха, чем чистюля.
Ай, Созерцатель, зануда, зараза. Ну, в общем, всего помаленечку есть у нас тут. Ну, в общем, ладно, это все-таки не обзор. В принципе, и так все понятно. Никакие, с какими-то небольшими изменениями, только в Sims 3 это все перекочевало. Ладно, да кто у нас там первые соседи? Там вот какой-то черномазый парень или это девушка? А, это девушка, вполне себе, кстати, милая, блин. Неплохо. Кто еще? Кто еще у нас здесь есть? Давайте на второй этаж поднимемся. Так, так, прогрузилась, все нормально. Ну вот еще один сосед, что-то совсем мало. Ну вот, пока что училище. А пока что не занято никем. Ну как никем. Практически еще все комнаты свободны. Давайте займем самую клевую и козырную. Кстати, почему-то здесь комната, ну так скажем, здесь кровати почему-то нету. Ладно. В общем-то все кровати здесь, ну так скажем, все комнаты не очень хорошие. Так что давайте займем вот эту комнату, а Эмили займет вот ту комнату. И тогда все будет классно. Тогда мы сможем ночевать вместе в одной комнате. Так. Так, так, так. Где наш... Где Атис? Это же... А, да, точно, это Атис. Да, конечно, у меня много фантазии, так что я называю своих персонажей имя своего канала. А, ну вот, кстати, помаленечку начал заселяться, да. А, вот и приготовили первые вкусности. Что у нас здесь такое? Не пойму, что это у нас тут. А, неплохо. Ладно, давайте... кстати, я вам покажу вам как раз-таки процесс занятия комнат. Вот, смотрите, интересный факт, что теперь на нашей двери... будет наша фотка. Так, что такое? Играть шарики с водой. Да вы задолбали, если честно, играть с своими шариками с водой. Может быть, что-нибудь другое уже, а? Ладно, давайте звонить в университет. О, вот смотрите, вот я и жаловался, что почему так мало народу. Вот смотрите, и понабралось-то сколько, просто куча. Вот смотрите, секретарь, бросить учебу, выбрать специальность, папка студенческого городка. Я, к сожалению, не понимаю, что это такое, сейчас как раз таки проверим. Ладно, давайте... сначала позвоним, узнаем вообще, что, на какие мы... Кстати, слушайте, здесь, мне кажется, больше факультетов, чем в Sims 3. Может быть, я ошибаюсь, конечно. Что у нас здесь? Экономика, математика, политология, литература, физика, история, психология, актерское мастерство, искусствоведение. Блин, слушайте. Это, вот, друзья, вот согласитесь, все-таки Sims 2 был гораздо круче в плане дополнения, все-таки, ну, куда интереснее, нежели в Sims 3 просто какой-то там физическая культура, бизнес, ну, банальщина, в общем, там, ничего интересного. А я думаю, либо актерское мастерство, давайте актерское мастерство, почему бы нет, актерское мастерство это, в первую очередь, искусство самовыражения. Каждый человек немного актер, дайте немножко перевести, особые... Особенно это заметно на примере супружеских пар в день получки или ситуации, вернулся муж из командировки. Однако тем, кто изучает актерское мастерство, профессионально открыты более широкие перспективы, в том числе и на стезе искусства, да, вот так вот. Необходимые навыки, обаяние, творчество, культура тела, логика, да. Выбираем эту специализацию, давайте, пускай сейчас наша Эмили тоже прилечь, что она читает. Нет, давайте все-таки пускай Эмили, дорогуша, давай ты выберешь свою специальность, потом, хотя ладно, пускай почитает немножко. И, может быть, что ли, познакомимся немножко с нашими соседями, сейчас покушаем, да, немножечко. И будем налаживать связи. Ну что ж, давайте выберем и нашей Эмили, конечно же, направление для... Что? Папка студенческого городка, блин, я не то выбрал. Так, это я так понял, это вообще что? А, вот что, то есть это все студенты, которые сейчас находятся в студенческом городке, ну, прилично, конечно, то есть здесь можно с многим затусить. Так, я не сделал все, что нам не нужно. Университет, кстати, а подождите, что я выбрал? Транспорт? Нет, транспорт нам не нужен, позвонить, университет, вот. Давайте, кстати, друзья, если кто забыл, чтобы перейтись на другой участок, нужно заказывать, кажется, такси. Бросить учебу, выбрать специальность. Кстати, меня интересует тот вопрос, почему нас не требуют оплатить учебу или что-то в этом роде. Так, история. Давайте какой-нибудь гуманитарий, потому что девушки физики, это как-то не очень хорошо, не очень мило, не очень няшно. Давайте философия, нет, искусствоведение. Может быть, даже искусствоведение, конечно, но может быть историка или литература, а? Может быть литература? Обаяние, техника, творчество, культура тела, ну, в принципе, тоже неплохо, мне кажется, да? Давайте, да, будет два у нас, два гуманитария, ладно? Хорошо, отлично, давайте возьмем себе что-нибудь покушать, давайте покушаем, что такое?
Что это значит, куда он ушел? Ну, в принципе, заполнился у нас уже, конечно, наш университет. Пока что, ну, пока что, конечно, в комнатушках наших пусто, ладно. Что? Ну, сейчас... Так, ну вот, смотрите, у нас, получается, занятие будет с 10 до 12, то есть, получается, через день, да, через день. Так, что, нам нужно, в общем-то... А, вот, кстати, начинает знакомство какие-то... что это кто-то вообще? Слушайте, они тут? О, господи, какие здесь разнообразные персонажи, на самом деле, да? Вообще, ужас, просто так... У нас здесь есть чем заняться, кроме как сидения за компьютером. Ну, в принципе, у нас здесь... А, ну тут у нас, в принципе, все, что нужно, есть. У нас есть шахматы, телевизор. Нет, телевизор, это, конечно, так. Мольберт, например. Мольберт. Можно заняться искусством, например. Багаж, да. Пока что багаж наш пуст. И, ну, так скажем, пока что нам даже нечем заниматься здесь. Давайте заняться рисованием, потому что... А, все равно, культура тела это потом. Давайте сначала будем просвещаться культурно, да? А Эмили... Эмили, что у нас будет делать, Эмили? Можно... Почему не все хотят прилечь, я не понимаю, что такое? А, может быть, здесь есть какая-нибудь книжка, пускай она почитает ее. Или даже, может, пускай отправится, например, куда-нибудь... Вот, на соседний участок. Давайте транспорт, вызвать такси. Да, вызвать такси, правильно. Ну, что у нас здесь получается? Я не знаю, конечно, что он там рисует, но... Ох, явно не что-то прям так сумасшедшее, но все равно нужно набивать руку, один фиг. Так, немножко промотаем время. Ага, да, пускай, подождите, не понял я ничего добавить, нет. Не надо никого добавлять, пускай она в одиночку такси подъедет, да, все хорошо. Такси скоро подъедет, ну все, ладно, ждем тогда такси, хорошо. Так, ну что... Немножко прервемся. Так, ну вот, все, за нами приехали. Ага, слушайте, конечно, тут совсем все совсем, конечно, по-спартански сделано. Лучшее место для проведения концерта под открытым небом торговая галерея. Тут Союз. Несмотря на то, что самое старое здание в городке, оно по-прежнему остается лучшим местом для поиска новых друзей. Спортзал, парк, мюзик-холл, магазин. Кофейня, гранд-отель, гостиница. Слушайте, ну тут у нас, в принципе, много мест для развлечения. Давайте зайдем, например, в Студсоюз, Академия Лятур. Посмотрим вообще, что там у нас происходит. Ну, в общем, будем наложить связи маленечко. А сейчас наш Атис немножко давай. Вот, хорошо, получает 1 балл. Творческая способность Мольберта от независимых впечатлений Инки. Немного вдохновения. Вот путь к успеху. Так, сейчас дайте мне разберусь. Кажется. Да, творчество у нас первый уровень уже есть. Кстати, здесь, кажется, навыки прокачиваются чуть быстрее. Ладно. Ну вот и отлично. Давайте сейчас посетим, наконец-таки, новое что-то. Потому что, ну, я на соседних участках здесь вообще не был. Абсолютно мне самому интересно вообще, что там находится. Да я вообще в Симсах второй, так что... Будет интересно посмотреть, что там вообще изменилось. Вот так наш студенческий союз выглядит изнутри. Пока что, ну, что тут можно делать? На первом этаже точно здесь нечего сделать, а второй, ну блин, как-то здесь все скромно на самом деле, ну блин, ну только бильярдные столы стоят и это что, я не знаю, это какие-то парты или что-то в этом роде, здесь какие-то лекции читают или, ну наверное, да, я так понял. Так, что ты в сторонке сидишь, ты кофе себе заказал, отлично, ладно, что здесь смотреть, насыпать порошок, что, так, вот это интересно, насыпать порошок, это... Это что? Это может быть что-то криминальное? Нет? Я хочу что-нибудь уже сделать такое прям эдакое, чтобы меня запомнили. О! Слушайте, точно! Так, сейчас что-то будет. Ну-ка, давай. Так, кажется, этот нигер нас спалил. Ну-ка, отвернись отсюда. Не смотри на меня. Хорошо, сейчас должно напениться. Да. Давай. Пенься, наполняйся. Ой, кажется, сейчас всех зальет здесь. Вот, смотрите, все. Сильнее. Вот, блин. С виду такая хорошая девушка. Смотрите, что творит, а. Так, ну и что дальше будет, интересно? Еще, может быть, насыпать порошок? Давайте еще насыпем порошок. Заказать кофе. Это хотя бы бесплатно нам, нет? А, нет, 20 долларов стоит. Да вы что, с ума сошли, что ли? А, ну, все-таки, блин, ну вообще, ну нечем тут заняться абсолютно, друзья. Ну что делать? Так, насыпать порошок. Давайте еще. Так, секунду.
На этот раз, кажется, слушайте, сейчас вся пена раз... Нет, кажется, ничего не получится на самом деле, потому что... Ну, потому что уже вся пена ушла. Нет, так неинтересно. Так совсем неинтересно. А, так, какую-то можно еще подглянку, подлянку можно сделать. Присоединиться, поставить деньги даже можно. Ого, слушайте, это что-то новенькое. В прежних симах такого нельзя было делать, абсолютно, я точно вот уверен. Так, что это здесь такое? Купить? А это что такое у нас, хотя бы, не понял, это... Вау, это гаджеты, что ли? Давайте посмотрим, что так... Вау, интересно уже, интересно. Хоть здесь, конечно, мало объектов, но здесь они, по крайней мере, все кликабельные, то есть каждый объект чему-то служит, не как, например, в Sims 3. Так, что здесь такое выбрать? Мобильный телефон, Zynn 268, B3-плеер Cosmo, турнирный DKZ-Drone XS245. Давайте мобильный телефон себе купим. Сидите в театре или в своем кабинете, стоите на... ступенях эксплуатора, телефон Zynn 22680. Позвольте вам в любой момент связаться с нужным человеком. Отлично! Хорошо, слушайте, это я не помню, это в одном из каких-то недавних, недавних, одних из самых последних дополнений было. Введено, ладно. И что здесь? Багаж, отлично. И что нам дальше делать с него? Ну, почему я не могу его использовать? Эй, я хочу использовать! Ну, что такое? Кстати, может быть, кто заметил, у нас здесь и включены еще времена года. Вот так вот. Пока что у нас лето, но на самом деле как-то не особо заметно, что это лето, да? В общем, я здесь не знаю, на самом деле, чем здесь вообще заняться можно. Давайте, не знаю, сходим в другое место, потому что здесь как-то совсем уж скучно. Не знаю, ну вообще тухляк. Так, куда нам можно здесь зайти? А знаете, мы, наверное, домой пойдем, потому что... Ну, потому что уже в 8 часов вечера нужно уже спать ложиться. Блин, друзья, извиняюсь, конечно, за такой усталый голос, то, что я толком связать ничего не могу, просто, блин, экзамен это постоянная невысыпаемость. Обещаю, больше такого не повторится. Ладно, давайте садимся в такси, быстрее домой. А то уже холодно, промокли все, быстрее. Так, наша пена уже испарилась, ну ладно. Кстати, интересная фишка, с одной стороны прикольная, с одной нет. А мы уезжали в 20 часов вечера, да? А приехали, на, получается, на 4 часа потом уже, не раньше, а то есть мы на 4 часа назад в прошлое переключились. Это, конечно, какой-то, ну, глюк полнейший, на самом деле. Что за бред, я не понимаю. Так, ну что? Что такое? Уже... Ой, ботаны начали уже учить помаленечку. Так, а у нас какой-то домашка есть, может быть, нет? Я хочу тоже поучить немножечко, ну, пожалуйста. Я хочу хоть здесь нормально учиться. Так, что это такое? Биография? Нет, биография это не то. Ну, я не вижу, на самом деле, где здесь нам можно что-то поделать. Так, Атис, ну что? О, тут все занимаются своими делами. В общем-то, никто никому не мешает. Ну, конечно же, самые большие очереди это у нас на автоматы игровые. Ну, еще бы. И, кажется, эта девушка не отходила от плиты. Какого хрена, а, спрашивается? Что она здесь делает постоянно? Правда, ну это не даже... Это очень странно. Ну, в общем-то, у нас интересная такая компания подобралась. Да, конечно, еще пока что не совсем, так скажем, познакомились. Но немножко начали уже обустраиваться помаленечку. Приводить, так скажем, себя в порядок. Ну, в общем, блин, почему-то какие-то постоянные дожди. Мне это не нравится. Нужно отключить эти дожди. Мне совсем не нравится. Ладно, друзья. Вот такая водная серия, конечно же, особо ничего здесь не показал, да. Ну, на следующей серии мы уже наконец-таки сходим в университет. Там уже посмотрим, что к чему, что кого. Ладно, друзья, извиняюсь, конечно, за такой усталый голос, на самом деле, вялый комментарий, но... Сами понимаете, недосып ни к чему хорошему не ведет. Ладно, друзья, увидимся в следующей серии, надеюсь на вашу поддержку и... все-таки, я думаю, нужно снять нам Sims 2 приключения. Это будет весело. Или путешествие, кажется. Ладно, друзья, всем спасибо за внимание. До новых встреч!